готовимся к вакцинации, да? Да, вот видите, котов, которые у нас на карантине. Да. Подошел этап второй прививки, а у котят, которых подкинули, первая прививка будет. Вот. Сейчас пойдем втыкать иголки. Вот это остатки последние вакцин. Потом вас прививать будет нечем. Вакцин нету, да? Именно таких нет или вообще нет? Именно таких нету. Хорошие вакцины, которые не пробиваются. На бивак трикет. Это кошачьи, да, вакцины? Кошек же пойдем прививать. Нет, нет. Я для людей, просто, может быть, люди не знают, что есть отдельно кошачьи, есть отдельно собачьи. А есть отдельно хомячачьи? Нет, наверное. А змеям прививки ставят? Понятия не имею. Вот так вот. Все уже отработано на автомате. Угу. На полмилете. Да. Сколько тут? 16 прививок, да, получается? Ну, сейчас 16 поставим, у меня еще 5 штук останется. Как раз мелким, да? Мелким, да, под подкидышем.